У Гомелі проходить международный турнир Европейской теннисной федерации «Спартак Кап». За перемогу на кортах областного центра Олимпийского резерву по теннисе змагаются больше за 60 юных теннисистов из 8 краин. Узрост спортсменов от 10 до 12 годов. Наймацнейших вызначают у одиночным и парным разрядах сярод юнаков и девчат. У Гомелі рейтинговых международных турниров такого узровню не проводили уже давно. Конкуренция высокая. Сярод удельников – члены сборных команд своих краин. Сборная Беларуси играет, которая до 12 лет входит в сборную. Я думаю, есть и россияне, и украинцы тоже, они, которые здесь принимают участие, входят в состав команд своих. За перемогой и рейтинговыми очками на «Спартак Кап» приехали спортсмены из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши и Турции. У основную сетку турниру пробились и гомельчане – Владислава Фомина, Владислава Лапицкая, Олеся Трошко и Станислав Бульбанков. Финальные поединки отбудутся 23 лютого.